Здравствуйте, дорогие зрители! Я рад приветствовать вас в Государственном Эрмитаже, в главном штабе на выставке «Две Пальмиры. Архитектура». Меня зовут Сергей Орехов, я сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства и куратор этой выставки. Хотелось бы сказать, что выставка эта организована совместно с многими культурными учреждениями Санкт-Петербурга. В первую очередь назову Институт истории и материальной культуры Российской академии наук и архитектурную мастерскую Максима Борисовича Атаянца, без которых эта выставка была бы невозможна. На нашей выставке мы сконцентрировались на том, насколько связаны Пальмира и Санкт-Петербург по части архитектуры. Всем, конечно, известно выражение «Петербург – северная Пальмира», но почему именно возникло такое сравнение в 20-е годы XIX века, для многих остается загадкой. Начать следует с самого начала, с того, что Пальмира была заново открыта европейскими путешественниками в конце 17 века. В 1691 году британские купцы в ходе одной из своих экспедиций достигли руин Пальмиры. Они пробыли там недолго, всего пару дней, но успели за это время многое. Они описали основные ее достопримечательности. Эти заметки опубликованы в философских трудах Королевского общества в 1695 году в Лондоне. К этим заметкам прилагалась большая панорама Пальмиры, изображающая ее колоннаду и основные сохранившиеся памятники. Автором этой панорамы, как известно сегодня, был голландский художник Хофстеде ван Эссен. И именно благодаря этой панораме Пальмира стала известна в Европе. Эта гравюра множество раз копировалась, воспроизводилась в различных трудах по истории архитектуры, вообще по древней истории, и на протяжении почти всего XVIII века была основным изобразительным источником. В этом издании 1695 года и на самой панораме Пальмира предстает перед нами как прекрасный город с классической архитектурой, который затерян среди пустыни. Таким образом, образ Пальмиры в глазах европейского зрителя складывается именно в XVIII веке. В XVIII же веке складывается и образ Петербурга. Петербург стали называть Северной Пальмирой с подачи историка Петербурга Андрея Шторха, который в конце XVIII века опубликовал свою историю Петербурга на немецком языке. Тем не менее, она была очень популярна, переведена на многие другие языки, и с его подачи Петербург стали так называть. Но почему стали так называть, это очень интересный вопрос. Дело в том, что Петербург в XVIII веке, образ Петербурга только начал создаваться в глазах европейцев. И что интересно, в это же время начал создаваться и образ Пальмиры, потому что открыта она была только в самом конце XVII века, в 1691 году. С момента нового открытия Пальмиры европейскими путешественниками, образ царицы Зенобии был, конечно, очень популярен и востребован. Дело в том, что Зенобия была наиболее известной правительницей Пальмиры, и именно во время ее правления Пальмира достигла пика своего могущества. Территория ее простиралась от Южной Армении до Египта, и, в принципе, она соперничала с Римом, с Римской империей за контроль Восточного Средиземноморья. Образ царицы Зенобии, которая управляла государством от имени своего сына малолетнего и распространила свою власть на большие территории и бросила вызов Римской империи, он очень хорошо сопоставлялся с образами других правительниц Европы, поскольку именно в XVIII веке в некоторых европейских странах на престоле были монархи-женщины. В первую очередь это касается Российской империи, где после смерти Петра I на престол взошла его супруга Екатерина. И, что интересно, именно Екатерину I, можно сказать, впервые сравнивали с царицей Зенобией, доказательством чего служит одна из книг, которая есть у нас на выставке,
Называется она «Разговор в царстве мертвых между императрицей Екатериной и царицей Зенобией». Эта книга хранится в Российской национальной библиотеке и предоставлена нам на эту выставку специально. Конечно же, не только Екатерину I сравнивали, больше известно сравнение Екатерины II с царицей Зенобией, ну, поскольку и некоторые биографические черты здесь совпадали. Поскольку муж Зенобии, царь Аденат, был отравлен, то есть кончил жизнь свою в результате заговора, так же, как и муж императрицы Екатерины II Петр III, то здесь напрашивались некоторые, может быть, не очень лестные для Екатерины параллели, но также и то, что империя под управлением Екатерины достигла расцвета так же, как империя Зенобии расцвела при ней, вот такая параллель, конечно же, Екатерине была лестна. И такую параллель начали проводить как раз где-то в конце 70-х годов XVIII века, после победы России в русско-турецкой войне, и проводили ее французские журналисты. И впоследствии эта параллель, в первую очередь, самой Екатерины с царицей Зенобией, она плавно переросла в сравнение Санкт-Петербурга, столицы империи российской, с Пальмирой, столицей империи пальмирской. Санкт-Петербург сравнивали с Пальмирой в первую очередь потому, что оба города затеряны среди абсолютно непроходимых мест. В случае с Пальмирой это сирийская пустыня, поскольку Пальмира – это оазис посреди сирийской пустыни. А в случае Санкт-Петербурга это, конечно же, наши северные болота. И путешественники, которые стремились достичь того или иного города, должны были преодолеть некоторые сложности для того, чтобы в конечном итоге им открылся некий прекрасный, величественный город с классической архитектурой, который в XVIII веке в Петербурге уже было достаточно много. После публикации первой панорамы Пальмиры прошло 60 лет, прежде чем новые исследователи достигли ее. Это были исследователи из Англии, их имена Роберт Вуд и Джеймс Докинс. Также вместе с ними в поездку отправился итальянский архитектор Джованни Батиста Борро. И в результате их экспедиции, в ходе которой они достигли Пальмиры и провели там порядка 2 недель, появилось издание, известное нам как «Руины Пальмиры» или «Тадмора в пустыне». Тадмор – это древнее арабское название самого города. В переводе, так же, как и Пальмира, «город Пальм». Именно из этого издания, из издания Вуда и Докинса, которое появилось в Лондоне в 1751 году на английском и французском языках, широкая общественность узнала о памятниках Пальмиры во всех подробностях, потому что они в данном издании были не только представлены общими видами, но и видами отдельных деталей, колонн, порталов, оконных и дверных проемов, различных архитектурных украшений и прочее, и прочее. Именно благодаря этому изданию Пальмиру архитекторы в Европе, в России в том числе, знали очень хорошо и, можно даже сказать, досконально. И еще одним изданием, которое помогло европейским архитекторам познакомиться с Пальмирой, было издание Луи-Франсуа Кассаса, который уже в самом конце XVIII века, в 1798 году, также предпринял экспедицию в Пальмиру и также, ну, можно сказать, что он постарался превзойти издание Вуда и Докинса и передать пальмирские древности во всех подробностях. Связь между Пальмирой и Петербургом прослеживается не только вот в этой общей идее города, затерянного среди пустыни или среди болот, как в случае с Петербургом, но и на конкретных архитектурных памятниках и даже отдельных архитектурных деталях. Итак, как я уже сказал, европейские архитекторы хорошо знали Пальмиру в мельчайших деталях. Также знали ее и архитекторы, которые работали в России, и одним из них
был всем известный Карл Иванович Росси, строитель многих зданий в Санкт-Петербурге, и в том числе здание главного штаба, в котором мы с вами сейчас и находимся. А на выставке у нас даже представлен макет здания главного штаба, чтобы вы лучше могли представлять, как он выглядит, и на котором очень удобно показать, что именно Карл Иванович Росси мог заимствовать из архитектуры Пальмиры. Главной задачей для Росси было оформить выезд на Дворцовую площадь с Большой морской улицы. Поскольку ранее Большая морская улица выходила на Дворцовую площадь совершенно прямо, а Росси был вынужден придать ей излом примерно 40 градусов, то ему нужно было решить, каким образом оформить этот выезд как со стороны Дворцовой площади, так и со стороны Невского проспекта. На представленных на нашей выставке чертежах видно, что поначалу Росси собирался просто сделать двойную арку, которая бы выходила с одной стороны на площадь, с другой стороны на Большую морскую. И на Большую морскую она бы выходила под довольно случайным углом, что было не очень, по всей видимости, живописно. А в конечном итоге Росси пришел к идее о трехчастной арке, вторая часть которой, ориентированная на Невский проспект, имела V-образную форму. Интересно, что в мировой архитектуре такое решение встречалось только один раз. И это была триумфальная арка Пальмиры. Именно в Пальмире арка решена таким образом, чтобы оформить изгиб большой улицы, которая простирается более чем на километр. И именно такое решение, по всей видимости, использовал Карл Иванович Росси. На чертежах, которые представлены у нас на выставке, и на гравюрах из изданий Кассаса, мы видим, что это решение практически идентичное. На выставке представлены проектные чертежи Карла Ивановича Росси из музея Российской академии художеств, на которых вы можете видеть развитие мысли архитектора при проектировании здания главного штаба и проездной арки. Помимо этого, на выставке можно видеть визуализацию этих чертежей, что помогает зрителям понять ход мысли Карла Ивановича Росси. Визуализации выполнены мастерской Максима Борисовича Атаянца, который является автором идеи о том, что архитектор Росси заимствовал некоторые архитектурные детали из архитектуры Пальмиры. На нескольких графических листах из собрания Музея Российской Академии Художеств и из собрания Государственного Эрмитажа мы можем видеть, как менялась мысль Карла Ивановича Росси по части декорировки арки главного штаба. Вот, например, на литографиях Бегрова, которые представлены здесь, мы видим наиболее раннее изображение арки, которое, возможно, сделано даже не с натуры, а по проектным чертежам Карла Ивановича Росси. Мы можем видеть, что первоначально предполагалось украсить арку не колесницей богини Победы, а некой композицией с российским гербом посредине и поддерживающими его фигурами. По всей видимости, дальше Росси пришла идея украсить арку колесницей, как это было принято в триумфальных арках античности, но также изначально Росси предполагал использовать только 4 лошадей, и только в конечном итоге он приходит к идее об использовании 6 лошадей в колеснице. В этом зале мы пытались решить двойную задачу. С одной стороны, показать основные памятники архитектуры Пальмиры, известные всему миру, знаменитую триумфальную арку, колоннаду, храм Бела, храм Баал-Шамина, театр, тетрапилон и другие памятники. А с другой стороны, продемонстрировать непрерывность изучения Пальмиры и ее памятников на протяжении нескольких веков, начиная с конца 17 века и заканчивая нашими днями. Поэтому здесь, на стенах и в витринах, соседствуют произведения искусства разных периодов, созданные разными авторами, но посвященные одним и тем же памятникам. Гравюры 18 и 19 века в этом зале соседствуют с рисунками Максима Борисовича Атаянца совершенно намеренно. Мы, конечно же, хотим показать, что на протяжении веков восприятие этих памятников
восхищение этими памятниками, оно совершенно непрерывно. Да? Это такая нить изучения и нить освоения, которая не прерывается ни на минуту, и я надеюсь, что не прервется и в будущем.